Здравствуйте! Ну и очередной выпуск из пирамиды. Время 10 часов утра. 20 у нас 4 марта. Температура на улице в настоящий момент минус 4. Пирамиде. Несмотря что утро. Уже плюс 21. Так. Редиска пока не проросла. Вот. Земля все-таки, наверное, еще не настолько прогрелась, чтобы прорасти, но тем не менее крапива себя чувствует очень хорошо. Вот она как крапива растет, как говорится, прекрасно себя чувствует. Так, ну и все, что у нас здесь. Снег потихонечку отступает от стенок, значит тепла больше в течение дня будет сюда аккумулироваться. Так, здесь тоже у нас крапива, чистотел есть, чистотел, крапива. В общем, здесь вообще на восточной стороне, вот здесь интересно. Сейчас там смотрели западную, крапива, как говорится, редковато, а здесь просто ее заросли. Вот если вот ближе показывать, ее заросли этой крапивы. Будем щи варить из крапивы. Так, здесь как-то все наоборот. Когда летом у меня здесь огурцы, помидоры росли, западная сторона сорняками просто, как говорится, донимала. Не успевала сорняки удалять. А восточная сторона сорняков меньше росло. А сейчас по весне все наоборот. Как видите, здесь сорняков нет, кроме крапивы. Немножко, в общем-то, дальше. А вот восточная сторона, она активная. В плане роста этой зелени. Вот. Ну, надеюсь, что так же, как эта зелень, редиска пробьется. Огурцы, рассаду я замочил. Уже пробилась, проклюнулась. Будем высаживать в ближайшее время. Высаживать. Все это эксперимент. Не знаю, что из этого получится. Как говорится, если высадить в ближайшее время, то по логике в середине мая будем есть огурцы. Вот. Ну, на этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я пока пирамиде немножко здоровье буду поправлять и сидеть. И плюс хочу попробовать леги. Я считаю, это не все нереально. Есть много таких высказываний в интернете, что лезвие в пирамиде самозатачивается. Ну вот я хочу разовое лезвие, которое уже подзатупилось. Хочу здесь оставить. Вот я здесь оставляю. И посмотрим. Я, как сказал уже, я не верю в это. Потому что законы физики здесь позволяют объяснить, что происходит в пирамиде с некоторыми явлениями. Но чтобы
затачивались лезвия. Здесь никакие законы физики не могут это объяснить. Поэтому я в это не верю. На этом до свидания. Еще раз.